Приветствую вас. Несмотря на то, что вы свой вопрос полностью не дописали, я все же думаю, что есть несколько моментов, важных моментов, на которые хотел бы обратить ваше внимание. В первую очередь, это проблема привязанности. То есть, в любом случае, вне зависимости от того, какие у вас отношения с мужем и так далее, необходимо эмоционально, психологически сепарироваться от родителей, потому что излишняя привязанность к ним делает вас несвободной, делает вас, вообще говоря, очень похожий на ребенка в контексте своего поведения. Занижает вашу индивидуальную ценность как личности и так далее. То есть проблемы здесь вот с точки зрения психологии является то, что вы не сепарировались от своих родителей. Вы по-прежнему привязаны к дому и к ним. Кроме того, сама по себе привязка это некое желание, элемент желания, который вы реализовываете, ну, в том числе через ну, в данном случае, например, через своих родителей. То есть это вот именно элемент, такой элемент потребности ваших. Вот, в которых вы, ну, не очень отдаете себе отчет. Не очень хорошо отдаете себе отчет, потому что если бы отдавали себе отчет хорошо, то проблематики бы, скорее всего, не было бы у вас такой, как вот, ну, как вы ее описываете, да? То есть это вот как раз необходимость поработать со своими желаниями, да, необходимость поисследовать их, необходимость, может быть, более, может быть, более полно их изучить, исследовать, вот, чтобы несколько лучше понимать то, что с вами происходит сейчас, на данный момент. Вот, потому что пока что вы двигаетесь немножечко не в том, я бы сказал, направлении, да? Пока что вы двигаетесь в направлении зависимости. Вот.
Это первое. На что хотел бы обратить я ваше внимание. Второе. Это взаимодействие с мужем, который против того, чтобы вы ездили к родителям. Ну, это в какой-то степени свидетельствует о том, вероятно, что отношения у вас с мужем имеют некоторые проблемы, некоторые трудности. Вот. И, соответственно, нуждается в гармонизации. Вот. То есть необходимо вам гармонизировать свои отношения с мужем. Разобраться с ними. Может быть, их скорректировать как-то, если есть такое желание, да, если есть такая потребность, если есть такая вот необходимость, например. И, соответственно, уже что-то вот дальше смотреть. Последний момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание, это на некоторую странность, на некоторую странность ситуации, которая заключается в том, что при вот вашей привязанности к родителям, да, при том, что вы привязаны к родителям, при том, что вы вроде как вот, ну, нуждаетесь в них, да, вроде как вы хотите, значит, быть с ними и так далее. При всем при этом вы как-то оказались, ну, мягко говоря, в другой стране достаточно далеко от родителей. Вот. То есть это тоже как-то вот вызывает вопрос к вам. Да, то есть каким образом так получилось, как так получилось. Каким образом так получилось, что вы, ну, оказались вдалеке от родителей, хотя сами родители, ну, вам дороги. Вот. То есть чувствуется некоторое, знаете, у вас чувствуется некоторая такая неуверенность, сомнения и так далее, да? Вот. Плюс мне показалось, что вам нужно вот именно одобрение мужа. Хотите вы его получить, вот, что может означать, что самого мужа вы воспринимаете, ну, или можете воспринимать, или воспринимаете как родителя некого, то есть он для вас, ну, он для вас, ну, может быть родителем, да, вот, и в какой-то степени может там повторять, значит, ну, позицию родителей ваших, да? Вот. То есть это такой момент.
На самом деле. Я не уверен, конечно, как обстоят дела, наверняка, потому что очень мало информации вы предоставили, при том, что вроде как вы изначально написали свой текст один, да, ну то есть в одном ключе. Вот, сейчас ваш текст, он немножко по-другому выглядит. Вот, то есть вы его изменили, но почему-то вот при том, что вы его изменили, да, все равно информации больше не стало. Я вас не обвиняю, я не хочу, там, чтобы вы думали, что я вас обвиняю. Вот, ну, просто я говорю о том, что даже не очень понятно, какой вопрос вы задаете. То есть именно вопрос, то, что вас волнует, да, не очень понятно здесь, ну, в данном ключе. Вот, и мне как бы кажется, что, возможно, сначала вам нужно с этим разобраться. То есть, чего вы хотите от психолога? Если вы надеетесь найти какое-то идеальное решение этой ситуации, чтобы был доволен муж и были довольны ваши родители и вы, то такого решения нет, ни такого решения не существует, к сожалению, потому что недовольны будут, кто-то будет недоволен. В любом случае, это совершеннейший факт, что кто-то будет недоволен, так или иначе, вот, и по-другому, в принципе, быть не может, вот. Недовольство – это, по сути дела, то, чем мы расплачиваемся за принятие решения. Вот. То есть это, ну, нормально, когда кто-то, вот, например, люди, да, недовольны нашими, ну, поступками в данном случае, вот, когда люди недовольны тем, что мы делаем, когда люди недовольны тем, как мы поступаем, да, и так далее. То есть это история, ну, достаточно распространена, скажем так. Вот. А вопрос здесь заключается немножко в другом, да, вопрос заключается в том, готовы ли вы как-то вот. Ну, как-то, может быть, как-то признать, да, ну, необходимость данных моментов, необходимость данных нюансов, вот. И идеально было бы, если бы вы сформулировали бы свой вопрос, чтобы мы могли на него ответить адекватно, чтобы мы могли именно вот ответить на него, а не гадать, например, в какой-то степени, да, по поводу того, что вам нужно, и по поводу того, чего вы хотите. Вот. Мне кажется, что это, ну, такой вот идеальным был бы вариант. Вот. А на этом, в принципе, я думаю, можно закончить мой ответ. Я надеюсь, что вам это было полезно. Я надеюсь, что вы для себя сделаете какие-то выводы.
Вот, надеюсь, что вы придете к какому-то решению. Вот, и после этого уже сможете двигаться в том направлении, в каком вам это кажется наиболее адекватным. Вот. То есть вам самой нужно выбрать, чего вы хотите и в каком вы хотите двигаться, ну, в каком вы хотите двигаться ключе. Вот. То есть, как бы, ну, кроме вас, это не решит никто. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ваша ситуация будет разрешена самым лучшим образом.